Самара, встречай меня! Друзья, все, я в Самаре. Пригнал автобус. Ну, еще не совсем, я чувствую, тут еще немножко осталось. Так, еще что тут? И в часовом поясе разница у нас с ними в час. То есть у них на час позже. То есть у нас, допустим, сейчас час ночи, а в Самаре уже 2 часа ночи. То есть час разница. Сейчас, конечно, темень, я вам что, сейчас еще не покажу, сейчас автобус отдадим хозяину, ну что, эти автобусы, и все, и спать. Завтра на поезде домой поедем. Так что вот как-то так. Автобус молодец, не подвел, не ломался, ничего. Доставил до пункта назначения. Только газ заправляли и все. Больше ничего не делали. А, ну и масло подлили. И тосол в радиатор. Охлаждающую систему. И все. И вот это зеркало у меня достало складываться. Я уж вот так вот сделал. Что фура не проедет, складывается. И складывается, и складывается. Так что как-то так вот. Ладно, что, всем спасибо за просмотр, всем пока, я в Самаре. Так, а у нас уже, наверное, сегодня 24 августа. Да, должно быть 24 августа.